Мифы о Наполеоне возникли еще при его жизни. В них поверили сразу и навсегда. Миф первый. Наполеон был маленького роста. Нет, рост Бонапарта 168 сантиметров, то есть даже чуть выше среднего мужчины того времени. Миф второй. Это Наполеон отбил нос сфинксу в Гизе. Нет, историю, как Бонапарт в ходе египетской кампании изуродовал лицо сфинкса, рассказывали туристам местные крестьяне. Но на самом деле зарисовки и описания сфинкса, сделанные до египетского похода, доказывают, что носа у статуи не было уже тогда. Миф третий. Император Франции плохо говорил по-французски. Да, Наполеон родился на Корсике, и его родным языком был корсиканский диалект итальянского. Французский же будущий император начал осваивать лишь в десятилетнем возрасте. Когда молодой офицер только поступил на службу, солдаты плохо понимали его команды из-за акцента, а письменные приказы Бонапарта с трудом читали из-за множества грамматических ошибок. С родными полководец до конца жизни предпочитал общаться по-итальянски. Миф четвертый. Наполеон сватался к русским великим княжнам. Да, доженитьбы на дочери австрийского императора Наполеон рассматривал вариант брака с одной из великих княжон – Анной или Екатериной. Однако в обоих случаях получил отказ. Так что же, Наполеон пошел войной на Россию, потому что Романовы не захотели с ним породниться? Вряд ли. Хотя, как знать, обидно.